форум соціально-відповідального бізнесу стартував. 12 раз проходить форум по тому, що діти бізнес-школи «Мінібос» кожен рік изобретают свої собственні бізнес-проекти і соціальні проекти. І презентують їх на форумі для того, щоб предприниматели нашого міста, економісти і фінансисти смогли оцінити ці ідеї і смогли вручити гранти тим із вас, які найбільш професіонально, обосновано представлять свої ідеї миру. Наша місія, наша задача – сіяти добре, сіяти підтримку нашим дітям, захищати наші національні інтереси і ростити мощну, сильну генерацію. Тому я вас поздравляю з початком форуму. Після вступного слова учасники форуму презентують свої проекти, які діляться за двома категоріями – соціальні та бізнес-проекти. Я надію, що кожен із вас сьогодні в лице наших судей получить в першу чергу підтримку на вашу будущу фінансово-економічну діяльність, на діяльність розвитку ваших підприємств. А ми, як судді, ми відкриваємо вам двері, ворота в наших офісах, і ми говоримо, що, будь ласка, приходите в любое время. Мы не просто станем вашими сегодня спонсорами, а мы станем вашими друзьями на долгие годы, потому что путь у нас долгий. Мы команда «Мінібос». Сегодня мы вам расскажем о нашем проекте «Маленький Бог». Мы хотели бы представить вам наш социальный проект «Change Your Life». Мы команда 100% туризма и предлагаем вашему вниманию журнал для настоящих путешественников. Занимательные ребусы и головоломки. Проект «Дети школы искусств». Сегодня мы объявляем наш новый инновационный проект, это всемирная социальная сеть для слепых и слабовидящих людей, она называется GO. Наш проект заключается в том, чтобы помочь подростку найти временную работу. Идея нашего проекта заключается в том, чтобы научить людей выживать. Серед журі – підприємці та бізнесмени, перші особи з соціально-відповідальних компаній. Вони розуміють, наскільки важливо у наш час підтримувати дитячі та юнацькі ініціативи. Адже наступне покоління підприємців має бути сильнішим та адаптованим до будь-яких ситуацій та криз. Незважаючи на те, що, звісно, социально-политическая обстановка в нашей стране не располагает к благодушию, наоборот, она, наверное, здравомыслящих людей мобилизует. Я почему-то верю в то, что есть все основания быть самостоятельной и состоявшейся страной. Чем раньше вот это молодое поколение будет находить вопрос, ответы на те вопросы, которые ставит сама жизнь, та практика, которая есть во всем рыночно развитом мире, показывает, что именно молодые могут генерировать очень интересные, нетрадиционные, неконсервативные решения. Найти эти ответы, создать среду, фон питательный, чтобы молодежь генерировала это прекрасно, и эта идея должна быть поддержана государством. В первую очередь, наверное, как бы максимальную ориентацию на текущие реалии нашего бизнеса, на текущую рыночную ситуацию в Украине, дабы проекты были не только хороши сами по себе в каком-то вакууме, да, но и максимально отвечали той рыночной ситуации, достаточно сложной, кризисной, которая сейчас сложилась в Украине, как бы и максимально отвечали изменившимся потребностям нашего населения, то есть тех людей, для кого данные проекты будут предназначены. Передати словами хвилювання дітей перед захистом проєктів складно. Підготовка до форуму тривала довго та була серйозною. І зараз треба проявити максимум зусиль, щоб показати найкращий результат. Здаємо платі для маленьких дітей. Нас навчали на курсах дизайну. Дякую Константину Леонтьеву, що він нас навчив таким речам. У нас социальный проект, он рассчитан на помощь детям, но целью нашего проекта, как я считаю, стоит не только помощь детям, но и воспитание каких-то
качеств в наших сверстниках. Планируем посетить около 10 детдомов с нашим предложением. Мы будем пытаться найти именно тех детей, которым действительно нужна помощь. И даже не материальная, а больше какая-то внутренняя помощь, потому что им нужно общение. Мне кажется, мы будем рассчитывать на это. Хвилюються не лише новачки, але й ті, хто представляє свої проекти на форумі щороку. Ми презентуємо журнал World in Your Eyes, а проект наш називається 100% туризм. Ми будемо розказувати дітям о всяких містах, яких вони ще не знають, і різних стран. Навчити людей виживати. В цьому проєкті ми організуємо курси для людей, которым будем обучать быть стойкими физически и духовно, путем организации различных тренингов и походов. Главное, чтобы человек был силен морально и физически, и готов был к трудностям, к решению проблем. В прошлом году я набрался опыта, увидел ошибки, которые были допущены. В этом году они были исправлены и добавлено что-то новое. Проведення форуму соціально-відповідального бізнесу організовано силами Європейської асоціації розвитку бізнесу, Міжнародної освітньої програми «Школярі за розвиток глобального підприємництва SAGE» та бізнес-школи «Мінібос». Більше 10 років Європейська асоціація розвитку бізнесу підтримує таке молодіжне починання бізнес-школи «Мінібос», підтримує сам форум соціальної відповідальності бізнесу. И на протяжении многих лет мы видим различные изменения, структурные изменения этого форума. Если раньше на форум социальной ответственности бизнеса были приглашены предприниматели, которые добились уже в жизни всех своих результатов, садились за круглый стол и обсуждали вопросы дальнейшего развития общества, то сегодня форум социальной ответственности бизнеса трансформируется в форум привлечения молодежи к будущему развитию. И мы надеемся, что та молодежь, которая сегодня с 7 лет до 17 проходит школу творчества, предпринимательства и развития в себе навыков, которые позволят им стать крупными бизнесменами в следующем периоде, мы надеемся, что именно вот с этих программ нужно, что мы правильно начинаем, что мы правильно даем толчок, и через несколько лет методом просвещения мы получим новое поколение предпринимателей, социально ответственных, выращенных на понятиях доброты, честности, справедливости и зарабатывания денег на честных проектах. В рамках форуму соціально-відповідального бізнесу презентована програма для розвитку економічних знань серед дітей під назвою «Юний банкір». Це спільна новація бізнес-школи «Мінібос», «Приватбанку» за підтримки Європейської асоціації розвитку бізнесу. Это обучение финансовой грамотности детей на практике, плюс первые навыки пользования банковскими продуктами, банковскими инструментами в виде электронных кошельков. Для того, чтобы дети могли самостоятельно развиваться, да, для того, чтобы они были готовы к завтрашнему дню. Это все подарок от Приватбанка совместно со школой «Мінібос». Я хотела бы представить вам свой проект «Учение с увлечением». На данный момент я учусь в школе и столкнулась с такой проблемой, что учиться не всегда интересно. И когда я начала учиться в школе «Мінібос», я поняла, насколько это важнее. Я раньше считала, что это очень важный аспект нашей жизни, но когда я начала учиться, это стало еще более для меня важным. Мы увидели, что даже дети 7-8 лет уже умеют хорошо считать деньги, то есть у них есть понимание о порядке цифр. Глобальную идею, которую мы должны перед собой поставить, мы ее каждый, наверное, поставил перед собой, как социально ответственные люди, это увеличение количества среднего класса. Потому что когда у нас будет нормальный средний класс, это залог стабильности как общества, так и государства, так и его финансовой составляющей. Она будет объединять незрячих и слабовидящих по всему миру. Социальная сеть она будет ставить границы. Языковые барьеры и дарят инвалидам радость живого общения. Из
своего личного опыта я могу сказать, что обучение в школе «Мини-босс» дало ему не просто огромный, а фантастический толчок в личном развитии. За 2 года он сделал настолько большие изменения по отношению к, первое, к обучению, второе, поменялось абсолютно мировидение, в-третьих, это стало все-таки толчком для самодисциплины и изучения абсолютно нових для нього вещей. Та команда, яка найкраще представить та захистить свій проект, отримає міні-грант від соціально відповідальних компаній учасників форуму. Не приз за то, що ви сьогодні тут були. Это стартовий капітал для вашого бізнесу. Насправді перемогли усі, адже кожна команда проявила себе та зуміла довести, що її проект найкращий. Але розслаблятися зарано. Діти пройшли хоч і важливі, але поки що перший етап, розповідає засновник бізнес-школи «Мінібос» Ольга Азарова. Сьогодні ми проводимо 12-й форум соціальної відповідальності бізнесу. На пути к форуму лежала большая дорога. Первые полгода дети обучались теории, то есть они изучали законы экономики, законы бизнеса, законы менеджмента. Затем у них была полоса и будет еще дальше мастер-классов. Они побывали на таких компаниях информационных технологий, как завод «Инфомир», на компании «Турецкие авиалинии», крупнейший авиаперевозчик мира. Мы только что вернулись из Турции. В ресторане «Семафор», который каждый год нам презентует новые мастер-классы по ресторанному делу. Кроме этого, дети изучали видеопродакшн, изучали телевидение, то есть как сделать телевидение как бизнес. Они изучали дизайн, дизайн ландшафтный, дизайн интерьерный. Они изучали моду, фэшн и как в индустрии моды тоже преуспеть со своими коллекциями. То есть у нас ведущие такие предприниматели города проводили мастер-классы в бизнес-студии. И вот теперь они сидят в членах жюри и смотрят, какие эти теперь же дети смогли сделать бизнес-идеи свои собственные и будут оценивать их и давать гранты. То есть большой путь от теории к практике. И вот сегодня ключевой момент форума. Отже, учасників форуму соціально-відповідального бізнесу 2014 можна привітати із вдалим стартом та побажати успіху в подальшій реалізації їх підприємницьких талантів.